Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Outlast. Первая часть. Ну, в прошлой серии мы нас бросили в какую-то там камеру. Нас выпустили. Ну и мы познакомились со многими жителями этого дурдома. И закончили мы на том, что мы познакомились вот с этим. Он с любителем стены. Так, бери папку. И да, посмотрим. Так, ты у нас кто? Вот такого-то там, кому-то там. Тема: художественная программа для пациентов. Пациент, отец, Мартин Арчимод Хелен. Отец. Этот священник, этот, да? Тот самый священник, который нас усыпил, нас посадил, нас... В камеру посадил, в свет отрубал, да? Это тот самый лысый, да? Ну и что тут сказано? Доктор Цайхер дал мне вашу контактную информацию в связи с отменой художественной программы. Мой пациент Мартин показал существенные успехи в ходе терапии. Благодаря рисованию пальцами, всего через неделю после отмены художественной программы, его шизоэффективные утверждения о голосах высших сил серьезно усилились. Пожалуйста, разрешите человеку рисовать пальцами. Несколько долларов, сэкономленных на красках, тут же расходуются на дорогостоящий клозапин. Я не вижу в происходящем никакой логики, если только в настоящей целью Мерков не является полный отрыв пациентов от реальности. Пожалуйста, держите меня в курсе. Доктор Нил Вольфрам. Понятно. То есть кто-то все-таки о пациентах беспокоился. Да? Так, тут у нас ничего нету. Перезаряди. Закрыто все. Ага, это мы сюда попали. Там двери есть, там... Там у нас что? Заткнись. Дай мне подумать. Тихо. Понял. Еще какой-то псих. Тут у нас чё? Так, понял, клавишами можно регулировать. Это были не эксперименты, а ритуалы. Черная магия. Ты где? А, здравствуй. Черная магия, говоришь, да? Может, ты мне тогда и скажешь, что там произошло? Ну, тогда вот, когда мы в прошлой серии и в начале увидели летающих людей. А? На камере. Как будто какие-то охранники взяли, зашли в какое-то помещение, и их там это... По комнате стали метать. Не хочешь рассказать, нет? Ну ладно. Извини, выпустить тебя не могу. Закрыто. Ладно, а тут у нас чё?
что это такое было-то? Понял, это псих. Этот псих все еще там. Веди себя тише. Ты, как понимаю, ты меня видишь, да? Ты меня видишь, но ты не агрессивен. Веди себя тише. А можно мне туда попасть, а? Веди себя тише. Хорошо, хорошо, хорошо. Я тебя не трону. Ты меня тоже. Так, батарейка нашли, молодцы. А больше здесь ничего нету. Ладно. Развлекайся дальше. Я ушел. Документов тут нету. Security. То есть охранники, да? Блин. Ну и чё? Второй все-таки агрессивный. Второй все-таки буйный. Аккуратнее получается нужно. Понял, 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 понял. Бежим. Ой. Да понял, понял, я понял уже. Я... Ладно, в эту сторону. Да закрой ты! Ладно. Хотел закрыть, но не получился. И убили уже. Ну ладно, слишком много тупил уже. Я слишком что-то как-то, ну, неосторожно повёл себе. Ладно. Окей. Документы мы тут взяли. Здесь мы... У нас ничего не было. Ничего. Нужно как-то с дверью поработать. Шкафчик, кстати, здесь есть. А, ты его убил, да? Ты прям при мне мог его убить. Хорошо, 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 я тише. Я очень тихий. Все, я ушел. Так, что касается тебя. Да, блин. Из Меркел, да? Я тебе кое-что покажу. Веди себя тише. Блин. Что у нас получается?
получается, что-то получается. Я не знаю, как это сейчас нужно. Так, окей. Это получается, открой. Нужно просто работать все быстро. Понял, понял, там. Меня главное не трогайте. Веди себя тише. Хорошо, хорошо, хорошо. Я все уже ушел. Нам на кнопку нужно нажать, да? Все, все, быстро, 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 быстро. Веди себя тише. Ну и... Так, он туда пошел все-таки. Но он пошел в ту сторону. Так, раз, два, три. Я выхожу. И быстро, быстро, быстро туда. Так, так, так. Теперь ждем. Так, вот он вышел. Кто эту кнопку нажал? Открыл ящичек. И закрыл ящичек. А откуда... А. Значит, что-то он все-таки понимает, что я нахожусь где-то здесь, да? Так, ладно, не забываем, что они очень. Что они очень хорошо слышат. Это что только что было? Понял. Я тебе понял. Играть с нами. Как ты узнал-то, а? Реально, как ты узнал? Все, закрыли, закрыли. Все, ушли, ушли. Ну, иго нахрен. Получается, эти самые стрелки нам оставил тот самый этот священник, да? Священник эти самые стрелки. Надписи все эти оставил, да? Мы были более чем... Опять эти ушастые. Обращение терпения. Усмирили все свои желания. Что-то мы внизу были. Прямо сейчас. Теперь-то мы себя побалуем. Да. Его язык и печень. Твои. Мои. Слышь, пацаны. Давайте вот что. И вы просто скажете мне, как выбраться отсюда. И я вам пожрать принесу. Как думаете?
Кушали что-нибудь, типа салатиков какие-нибудь и мяско настоящего? Свининку? А? Не, я вижу. По твоим глазам тебе насрать, да? На свининку. Тебе на все насрать. Тебе главное мой язык взять и печень, да? А, блин. Дурдом. Надеюсь, они достаточно тупые. А внизу этот еще шлепается. Стукается. Ау, тупые. Так, там дальше? Не, все. Так, они ушли. Так, тут у нас что? Тут у нас дверь. А они как-то быстро ушли. Так, документики. Корпорация Мерков, обслуживание очистительного входа. Памятка. Надлежащее оборудование очистительного входа чрезвычайно важно для безопасности проекта Валеридер. Обратитесь к руководству по обслуживанию корпорации Мерков. Или получите указание от старшего сотрудника с необходимым уровнем допуска к секретной информации. Какой-то очистительный вход. Проект Валеридер. Ладно, пойдемте. Все компьютеры запаролены. Так, перед тем, как туда пойти, давайте сюда зайдем. Нет, тут как-то темно уже становится. Но нам стрелка туда показывает. Или, блин, там светло, там темно. А, нам в любом случае туда нужно идти. Блин, получается, за нами сейчас будут бегать двое мужиков. Это тот самый, свиноматка, это та самая. Крис Уокер вроде, да? Он здесь все еще. Он также здесь находится. Не могу отделаться от Криса Уокера. Уродливого верзилы, что любит отрывать людям головы. Слышу, как бормочет о протоколах безопасности, политике сдерживания. Что если проблема не в нем? Что, если он как раз пытается ее решить? Ну, блин, он же военный какой-то, да? Это что такое? Это еще какой-то бокс. О, карта. Чего? Подожди. Слышу, как бормочет о протоколах безопасности политики сдерживания.
Сейчас он должен здесь появиться. Он появится? Или не появится? Ну, это, наверное, он и бегал, да? Сохранение. Закрой лучше. Выбирайтесь через душевую. Блин, в окно, я вижу. Стекла нету. Пропал без следа. Это что за сарказм? Да, так и есть. Думает, мы придурки. Или тупицы. А давайте вытащим его и скроем ему пузо. Погоди. Два до конца. Они там, наверное, на меня это хотели. Ладно. И в какую сторону они пошли? Здесь ничего такого нету вроде. Блин. А здесь у нас что? Здесь какая-то кнопка. Здесь еще какой-то проход. Здесь какая-то кнопка. Ну а тут у нас что? Здесь у нас еще один такой, сюда выход. А здесь кому-то голову отплющило. Должна еще одна дверь туда идти. А, нет, это... Че это? Это просто окно. Ладно. Это мы отсюда вышли. Это еще куда-то переход. Где-то документы. Обратите на внимание на прилагающую... копию свидетельства смерти Рудольфа Г. Вернике, субподрядчика психисследований Мерков. Наследников нет. Штат Колорадо. Держите против света, чтобы увидеть водяные знаки. Дело такое-то. Местоположение Колорадо. Населенный пункт. Заповедник Маунт Месси, полное имя Рудольф Густав Вернике,
Продолжительность пребывания в населенном пункте, где произошла смерть, 7 месяцев. Продолжительность пребывания в США 55 лет. Пол М. Цвет кожи белый. Семейное положение холост. Дата рождения 18. Старый уже. Место рождения Германия. 55 лет. Получается, он родился в Германии. Там прожил Вторую мировую. Уже прожил Вторую мировую в Германии, наверное. И потом в каком-то 2009 минус 55 сколько будет? А, неважно. Где-то лет... В 50-х, 60-х, где-то так вот. Не буду. Сейчас математикой заниматься. И потом уехал в США, короче, да? В 50-х, 60-х. Ну-ка, 49, это... Ну да, в 50-х где-то. Настоящим подтверждаю, что я лечил больного с 04.03.2003 по 28.02.2009. Видел его живым 27.02.2009, то есть за сутки до чего-то. А смерть наступила в 4 часа 11 минут того же дня. Основной сопутствующими причинами смерти является сердечная недостаточность, связанная с возрастом больного. Настоящим подтверждается, что данная копия официальной записи верна и является точной. Ну это, блин, это смерть. О том, что как погиб какой-то Верника. Доктор Верника. Мы его где-то слышали, если что. Охранник, рация. Шею сломали. Там толкнули на стену, и он шею сломал. Сколько времени? Нисколько не прошло. Как было 9 часов, так и осталось 9 часов. И... Ничего не изменилось. Ладно. Получается, нам осталось только кнопку нажать. Ладно. Блять, куда? Понял. Теперь чё? Он же сюда не залезет? Ну-ка, ради интереса хочу спросить. Не залезет. Блин. А чё он так долго там что-то торопил-то? Я просто хочу посмотреть, чё он там будет. Ну-ка. Всё, залезли. Иди нахрен, свинья. Куда пошел? Ладно. Мы здесь более-менее. Я думаю. Мне это оказывается, мы сейчас в какой-то коридор вылезем. Блин. Закрыто. А,
Блин. Свиноматка это. Меня уже бесить начинает. И куда мы вылезли-то? Еще одно его кладбище. Эти с головами? Не, с головы. Блин. Опять в какую-то херню залезли. Он здесь. Где? Вот он. Залезай. Блин. Это будет сложно. Так, все, вылезай. Блин, беги. Ты чего? Блин, отстань, пожалуйста. Где ты? Ну нахрен. Так, не сюда. Блок С. Ну мы вроде как, мы кажется от него ушли. Шоверс. Шовер. Мы более-менее. Слышь, не пугай меня больше, так хорошо? Я сейчас от жирного убегал, ты сейчас тут мне свою рожу показываешь, страшную. Так, ну вот это место большое. С кучей психов. А у тебя что-нибудь чешется? Покажи. Я... Нарвуль. Не, блин, под тебе почесать что ли, да? Связали его и это. А зачем ему глаза закрыли еще и рот закрыли? А ты говоришь как-то. У тебя даже рот не шевелится, и глаза нету. И, блин, зачем сделали? Я понимаю, руки еще, но глаза зачем? Или ты мог как-то их сжать так, что это. Ну а ты-то кто такой? Расскажи. Эта решетка не остановит Вальридера. Он заберет нас одного за другим, пока никого не останется. Пожалуйста, ради бога. Не бойся. А как ты меня видишь все-таки? Вальридер. Он заберет нас. Он нас заберет и... Вальридер. Как проект называется? Проект Вальридер. Ага. Ну-ка, скажи мне еще раз, Минутку.
Минутку, я просто хотел... Блин, подскажи еще раз, что ты там говорил? Освободи нас, то Вальридер заберет нас. Ты вообще какой-то страшный. О, священник был здесь. Блин, получается какой-то Вальридер, да, они их всех забирает для какого-то там проекта Вальридер. Какой-то проект Вальридер. Но они, наверное, устроили бунт. Чтобы какого хрена мы тут это, мы нас на опыты забирают, давайте бунт устроим. Ну и побежали тут бунтовать психи. Я прав, да? Тут такая херня произошла, ну, что все мертвы из-за того, что какой-то проект, что этих всех психов в какой-то проект Вальридер забирает, да? Ну ладно, пока это единственное, что я могу сказать. Тогда вопрос, а что, если по чесноку было тогда на камере? Что конкретно мы видели? Что люди просто так летали, что ли? Че это такое было-то? Психов здесь много. И все они очень разные. Мы не верим в те вещи. Это погубит нас. Эксперимент. Ладно, окей, допустим. Те самые люди, это и был какой-то эксперимент. Хорошо. Этих людей, ну, психов, тоже на этот самый эксперимент ставили. Отводят на какой-то эксперимент. Ну пока это... Рудольф Г. Верника ушел из жизни в возрасте 90 лет, продолжая заниматься любимым делом. 28 февраля 2009 он родился в Германии, в Мюнхене. А, блин. Ладно. Он ушел из жизни в возрасте 90 лет, 28 февраля 2009. Родился в Германии, в Мюнхене. В 18 году и стал известным в научных и математических кругах благодаря статье, написанной вновь соответствием с Аланом Тьюрингом к пионерам компьютерной эры. После темной истории с работой на военные нужды Германии, то есть он все еще и на Германию работал, на Рейхе, он эмигрировал в США в 49-м.
Ну да, 50 лет. Говорю в 50-е. Получив визу от Госдепартамента, после нескольких десятилетий правительственных исследований в Лос-Аламосе, он отошел от дел и перебрался в Нью-Мексико, где и посвятил себе ландшафтные фотографии и о заботе о своих кошках. Блин. Ладно, допустим. В начале нового тысячелетия он отправился в Колорадо с целью благотворительного госсотрудничества с корпорацией Мерков. То есть в начале нулевых. Компания выпустила заявление, что доктор Вернике был истинным гуманистом и человеком великой душевной щедрости. Никто из близких его не пережил. Понятно. То есть. Нам туда или туда? То есть какой-то, да, какой-то информация про доктора Верника. Что он приехал из Германии и тут занимался этими людьми. И погиб он в 2009. А сейчас 2013. Правильно же, да? 13 же идет. Да, 17 сентября 2013 нам отправили, что здесь какая-то херня происходит. То есть за 4 года уже прошло. Прошло уже 4 года. Батарейка. Ты чего? Блин, оказывается, здесь еще и буйные есть, и они вежливые. Какого хрена? Но он медленный. Блин, что там еще происходит-то? Иди нахрен. Блин, а... Мы эту забыли взять. Иди нахрен. Я батарейку забыл просто. Хотя давайте на этом мы и закончим. Хорошо. Да, давай закончим уже. Мы погибаем и все уже. У нас время вышло. Да и сохранение здесь же. Блин, ну и чем узнали-то вот за эту серию? Узнали, что какой-то доктор Вернике работал на Мерков. А вот конкретно чем он занимался, это никто не говорил. Также мы знаем, что есть буйные, есть не буйные. Есть какой-то проект Валиридер, в который забирает местных пациентов. И моя теория на то, что они поняли, что мы погибаем просто так, и подняли бунт, перебив всех, многих кого. Ну и все. А тут те самые летающие люди, и это и есть проект Валиридер, наверное. Ну или что-то похожее.
Ладно, вот такая вот моя теория. Не знаю, подтвердится она или нет, мы уже узнаем уже в следующей серии. А сейчас давайте закончим. Все. С вами был Виктор, всем пока.